Добрый вечер. Я поэтесса Ива Афонская. Сегодня я прочту свое второе стихотворение из цикла «Рождество». Первое я читала в прошлый раз. На это стихотворение была написана песня замечательным композитором и актером Германом Трофимовым. Эта песня звучит в спектакле «Рождественское богатство», который идет в одном из детских театров Санкт-Петербург. Снег идет на Рождество, падает, как милость Божья. Снег идет, и волшебство в этот день случиться может. Тишина и чистота ничего их не нарушит. К нам нисходит красота и спасает наши души. Свыше послана тебе чудодейственная сила, дарит смысл твоей судьбе, ключ к разгадке тайны мира. Снег идет, и чуть дыша, смотрим мы на мир крылатый. Пробуждается душа, омертвевшая когда-то. Снег идет, снимая боль у души обледенелой, как снежинка на ладонь приземлится ангел белый.